Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время шествия со своими сторонниками в центре Еревана заявил, что не собирается уезжать из страны. Ранее несколько телеграм-каналов сообщили, что борт номер один республики приведен в готовность, и премьер может покинуть страну, если ситуация выйдет из-под его контроля. Пашинян же назвал такие сообщения информационным террором, к которому народ, возможно, уже привык. «Я никуда не собирался и не собираюсь уезжать. Моя семья тоже здесь. Вы сейчас убедитесь в этом. Они сейчас придут сюда», – сказал Пашинян. Вскоре к шествию присоединились его сын Ашот, жена Анна с дочерью. «Неважно, как вы о нас думаете, хорошо или плохо, мы с вами братья», – сказал Пашинян. Он также отметил, что вооруженные силы подчиняются народу премьеру. Других вариантов нет. Отметим, что политический кризис в стране усугубился после того, как Генштаб Вооруженных сил Армении 25 февраля потребовал отставки премьер-министра, сказав, что политическое руководство ведет государство к опасной грани. Это произошло после того, как глава правительства снял с должности первого замначальника генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна, ранее подвергшего критике заявления премьера об Искандерах. В ответ премьер заявил о попытке переворота и призвал граждан собраться на площади республики с целью отстоять революцию. Он также сообщил, что подписал решение о снятии начальника Генштаба Вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна с должности. Документ, однако, президент Армении пока не подписал. Դրա մասին ժամը 4:00-ից 4:00-ը։